Такая игра эмоциональная получилась, потому что команда остро атакующая, мы противостояли, да, сегодня. И, собственно, мы сегодня тоже работали на хороших скоростях, несмотря на то, что график, и несмотря на то, что после искусственного поля Нижнекамска. Вот. Но, тем не менее, я считаю, что мы выглядели очень хорошо, и у нас было 4 точно голевых момента, это выходы 1-1. Это плоды всей команды. Вот. И я считаю, что мы должны двигаться в правильном направлении, мы двигаемся в правильном направлении. И это заработанное очко в копилку. Но, к сожалению, мы не можем этому порадоваться, потому что мы ничего не дали создать сопернику, но сами не реализовали 100-процентный момент. Обязаны реализовывать, конечно. Журналисты из телекомпании «Губерния» просят задать вопрос по поводу игровых кондиций и физической формы Максима Максимова, нашего одного из приобретений последнего. Он работает сейчас по индивидуальной программе, у него нет выходных, и как у него, так и у Зайцева. Они работают по индивидуальной программе в двухразовом режиме. Поэтому, когда он сможет играть, значит, он сразу будет играть. Если в тренировке докажет свое место в стартовом составе, соответственно.